Ну а сейчас к дорожной теме. В Твери перекрыли перекресток у гипермаркета «Глобус» в понедельник 26 августа. На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Псковской установили бетонные блоки, поэтому поворот налево гипермаркету «Глобус» теперь закрыт. Решение о перекрытии перекрестка принято совместно с региональной госавтоинспекцией и департаментом благоустройства дорожного хозяйства и транспорта администрации Твери. Такие радикальные меры вызваны регулярными поломками частного светофора и отсутствием возможности его модернизации. Как говорят в администрации, в последний раз светофорный объект на этом перекрестке отказал 23 августа. Отметим, что пересечение Октябрьского проспекта и улицы Псковской значится в списке самых аварийных опасных участков в Твери. ДТП здесь происходит с завидной регулярностью. По итогам 2018 года перекресток является очагом аварийности. На какое именно время перекрыт этот участок, пока неизвестно. В свою очередь, мы будем надеяться, что эта мера временная, и власть будет учитывать мнение бизнеса и, конечно, населения, чтобы люди могли добираться до гипермаркета комфортно и не делая лишний крюк. А мы еще вернемся к этой теме в завтрашних выпусках новостей.